Физкульт-привет, друзья и ученики! Вы часто просите меня показать, как я тренируюсь. И сегодня я вам без монтажа и обрезок покажу, как я тренирую голень, икры. Единственное, не будет в видео, как я делаю экстензии, а в конце делаю гиперэкстензии. Также я часто, вы знаете, тренирую голень совместно с бицепсом бедра, но сегодня такой день, я потренировал грудные мышцы сегодня и хочу забить голень. Ноги, непосредственно квадрицепсы, я сейчас тренирую реже и не так тяжело. По той простой причине, что начался серьезный сезон у нас в NHL в Америке, в Night Hockey League, где я играю. И ноги у меня постоянно забиты, постоянно находятся в недовосстановлении. И если их грузить еще часто силовым тренингом, то получается перебор, я получаю перетрен. Мне это не нравится. Ну и у меня встают, естественно, вверх. Ноги у меня всегда доминировали. Хочется немножечко изменить эту ситуацию в обратную сторону. Ну что, друзья, поехали! Тоже чуть повесь ту вторую. Thank you.
Тренируйте обязательно голень, друзья. И мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины, и парни, и девушки. Обязательно нужно тренировать все группы мышц. Это очень-очень важно. Ну что, друзья, сейчас мы идем делать голень стоя, но всегда разбирайте после себя оборудование, это очень важно. Уважайте себя, уважайте других людей, кто придет делать упражнения после вас, особенно если это будут девочки, которые не могут поднимать тяжелые блины. И не забывайте, что голень нужно убивать, нужен объем. Объемный тренинг в силовом режиме все равно. Большие веса, большое количество повторений и периодизация. Если сегодня вы делали на 10-12 повторений, в следующий раз это 20-25 повторений. Необходимо выполнять как упражнение сидя, когда у вас колено согнуто под углом 90 градусов. И все варианты подъемов на носки стоя, но не в одну тренировку, а разбивать их. Вот сейчас мы будем делать стоя. Разминаться уже не нужно,
Поехали. Хорошо. Что-то как-то темновато, плохо видно. Попробуем вот с этого ракурса. Что, говорит, света много, да? Да. Если у меня тренировка не силовая, то, как вы можете заметить или уже заметили, отдыхаю я ровно столько, сколько нужно, чтобы восстановилось дыхание. Поэтому люблю тренироваться с партнером. Он работает, я отдыхаю, я работаю, он отдыхает. Так вот, сменяя друг друга, можно очень хорошо прокачать, особенно голени, бицепсы. Да хорошо. Давай, твоя очередь. Блять, пробуй там. Не будет. Не будет. Прокачка голени – это искусство. Поэтому, если вы видите большого парня с маленькой голенью, можете делать выводы о его знаниях, подходу к тренингу и вообще стоит ли обращаться к такому тренеру за советами. Вот и все, ребята, на сегодня. Пишите ваши вопросы в стационарных постах. Увидимся. Всем пока.
Надеюсь, вам понравилась данная тренировка. Оставляйте свои комментарии, вопросы. Вы знаете, что на все я обязательно отвечаю. Не забывайте подписаться на канал, вступить в группы в соцсетях. Заходите, читайте статьи на моем сайте hmgym.ru. Также приобрести мою книгу «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». И всем здоровья, сухой мышечной массы и силы без травм. Увидимся в тренажерном зале. Должны обращать внимание. Скоро на канале выйдет отличнейший плейлист для девочек. Вы получите план периодизации тренинга, где каждая тренировка будет показана. Я снимаю сейчас целый огромное количество видеоматериала с Аллой на каждую тренировку по принципу периодизации, которую я вас учу, сам практикую, все мои ученики. Не забывайте, что существует три типа мышечного волокна: гликолитическое, окислительное и промежуточное. Каждый из вида волокон требует своей определенной методики в тренинге. На силу, на массу, на выносливость. И не забывайте, что на рельеф можно только питаться. Сами тренировки не меняются, что показывают лучшие атлеты в нашем виде спорта и в других. И если вам кто-то говорит, что эта тренировка жиросжигающая, а это нет, то вас просто вводят в заблуждение, либо хотят развести на бабки. Или, что чаще всего, человек просто сам безграмотный и не понимает, что к чему в нашем движении. И, как вы понимаете, у такого человека нет смысла чему-то учиться. Разве что глупости. Или как делать не нужно. Всегда думайте головой, друзья, перед тем, как сделать какой-либо шаг. Оставайтесь на канале, помогайте мне делать его лучше. И мы с вами обязательно увидимся в следующих видеороликах и в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарий, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу.
Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.